Здорово, народ, добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Прошло уже почти полгода, как я побывал первый раз в жизни в магазине «Светофор». С тех пор там не бывал, соответственно, пришло время зайти, посмотреть, жене показать, и вам, собственно, тоже пойдемте. Вот такая забавная картина, смотрите. Они тут в ассортименте всякие разные, но мы выбрали вот такую прикольную. Повесим в своей студии. Стоит 194 рубля. Так, такой я уже тоже видел. Автомобильный компрессор. Стоит 617 рублей и 751 рубль. Дрель ударная. Здесь нет обновлений, здесь так же, как и полгода назад. Вот такая дрель, 700 рублей. Прохожу мимо вот этого места, думаю, господи, что ж так воняет. А тут, смотрите, хозяйственное мыло. 72% ММЗ, все прям натуральное. Как будто дегтярное. Ой. Ну прикольно. Прям в деревянных ящиках, смотрите, все аутентично. 11 рублей. Так, побелка стоит 50 рублей. Тоже интересный вариант. В отделе с приборами, что можно посмотреть? Сушилка для овощей 800 рублей. Вот так выглядит. Это, кстати, вещь прикольная, на самом деле. Мне родители недавно купили, но гораздо дороже. Вот, мини-стиральная машина 2600. И моя мечта, самогонный аппарат за 2600. Он прям маленький. Такой совсем. Ну, это, соответственно, холодильничек. И сам перегонный куб. Просто у меня огромный самогонный аппарат. А тут прям, вот такой. Ну, сделан. Ну так себе, если честно, я вот доставал, мне кажется, уже себе палец порезал, потому что это все острое, это все прям... Ну качества в этом, естественно, мало, но как факт, друзья, за 2500 самогонный аппарат неплохо. Так, садоводческие дела, 87 рублей, вот такой наборчик, вот такой, достаточно плотный пластик, я думаю, что не должны сразу сломаться. Так, еще немножко сельхозтематики. Опрыскиватель за 180 рублей, 179. И ведро за 42 рубля. Ведро, кстати, прикольно. Можно взять. Забавное. Светодиодный светильник 220 рублей, 40 ватт. Вот это я бы взял попробовать куда-нибудь в этот... В гараж, в сарай, в прихожую за 200 рублей. Светильник надо взять. Еще немного светотехники. 330 рублей. Вот такой плафон. Вы спросите, почему такой дешевый? Он пластмассовый, видите? Не знаю. Ну, то есть не стеклянный, поэтому и дешевый. Вот. И за 200 рублей вот такой прожектор. Вот это в гараж прикольная штука. Надо взять. Жене приглянулись разделочные доски. Две штуки за 77 рублей. Можно взять. Так, не так давно я делал столик из фанеры, а он стоит всего 158 рублей и выглядит гораздо круче моего, смотрите. Ну, это типа детям для творчества или завтрак в кровать подавать. Прикольно. Тут классная штука. Друзья, ну, я считаю, неплохо сходил, купил картину, купил вот такой маленький прожектор себе в гараж. Пластиковые светильники покупать не стал, как-то побоялся. Вот, собственно, стоит сходить в светофор. Ну, раз в полгода, как я, стоит сюда ходить, посмотреть каких-нибудь новинок. Будем Миклуха Макфлай, пока-пока.